Недавно начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова вручила награды от Министерства образования и науки Республики Дагестан отличившимся педагогам образовательных учреждений муниципалитета. Так, воспитатели и учителя были награждены нагрудным знаком отличника образования Республики Дагестан, почетными грамотами и благодарностями. Героиня нашего сюжета – одна из тех, кому удалось получить данное звание. Мне-то говорили, что там награждение, но я не ожидала, что... прям такое почетное звание будет. Я думала, наверное, почетные грамоты уже были как-то. Ну, эмоции, конечно, положительные. А еще, наверное, все-таки это звание опять же ведет к ответственности. Большая ответственность. Теперь надо еще лучше работать, чтобы мы могли наставникам что-то давать. Майя Имранова работает воспитателем уже 20 лет. Дети стали для нее смыслом жизни. Им она старается уделить много внимания и применять в воспитании лучшие методики. Великие педагоги, дошкольники, и так очень много методик, начиная Ушакова, Васильева и все, что придумали. Нужно придерживаться их, тех старых советских методик, я считаю. Своей методики нет. Но единственное, что я хочу сказать, и всегда говорила своим молодым воспитателям, как наставник, нужно любить детей так, как ты их любишь, чтобы полюбили твоих детей. Как я люблю своих детей, тоже хочу относиться к этим детям точно так же. Потому что мы не хотим же обижать своих собственных детей. Для того, чтобы достичь такого успеха, нужно любить свою профессию и вкладывать в нее всю свою энергию, отмечает воспитатель детского сада номер 24 «Ромашка» Майя Имранова. Моя профессия – это человек, который, наверное, все время должен быть энергичным, заряжаться как батарейка энерджайзера, все время в движении. Вот это мне больше всего нравится. Нравится, что... такие наивные детки, нравится им внушать какие-то, обучать их, нравится, когда видишь глаза, когда ждут от тебя что-то. Кроме того, нагрудного знака отличника образования Республики Дагестан были удостоены заведующая детским садом номер 33 Асият Азизова, музыкальный руководитель детского сада номер 23 Умукусум Абдулаева. Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Дагестан были награждены воспитательница детского сада номер 32 Индира Бахмудова, воспитательница детского сада номер 10 Марина Куруглиева. И благодарность от Министерства образования и науки Республики Дагестан получила воспитательница детского сада номер 37 Амалия Ашуралиева. Также была отмечена работа учителей каспийских школ. Нагрудным знаком были награждены директор школы номер 5 Мария Амгасанова, учитель биологии камышей Елена Гаджи Ибрагимова, учитель английского языка школы номер 3 Динара Каибова, учитель математики школы номер 4 Тамара Чевтараева и заместитель директора по УВР школы номер 9 Бурлият Ильясова. Почетные грамоты от Министерства образования и науки Республики Дагестана получили учитель истории и обществознания школы номер 3 Ираида Минафова, учитель русского языка и литературы лицея номер 13 Динара Алискерова, заместитель директора гимназии номер 11 Ирина Гаджиева. Благодарность от министерства была вручена учителю школы номер 5 Маржанат Айзимировой.